Но Джакира не хочет пулить, потому что боится, что на него просто задавят. Да, и он на него задавит, там два яншела, как бы, и все. Охраняет дабл дэмэдж Сакса для Пайката. Дум пошел стакать яншел, нет, не пошел. Вот как проигрывает Кьюо, Пайкат еще в миду, да? То есть 5 крипов на одного, и девяточка, девяточка, еще дабл дэмэдж, смотри, дабл дэмэдж у Пайката появляется. Просто ему после килла он остался один, убил лишнюю пачечку. На самом деле, так и так будет. Ну, попозже уже никаких против Верки проблем не испытывать. Единственное, что будет приходить Баланар, будет фокус фаер, будет тяжело этот плавать. Вот именно. И более того, мне кажется, что сейчас, именно сейчас Баланар пытается отправиться именно туда. Вот. А, нет, он просто ходит. Чарш вокруг да около, да. Чарш топ у нас. Секси бамбу. Внизу размены нападают на Саксу. Вряд ли они его здесь заберут. Там сёрф уже имеется. Ну, это просто разминочка. Да. На самом деле, Кливера могли бы здесь себя чувствовать поувереннее. ЕГМ получил башек наверху. Его вряд ли будут гнать сюда довольно-таки далеко. Дубу настолько неаккуратный парень, чтобы лезть давить по Т1 на 4-й минуте матча. Думаю, вроде была бы неплохая линия. Баратрум постоянно гонял Дазла. Они стояли чуть ли не один на один. У него в основном всё ещё 3 крипа. 4. Ну, потому что Баратрум гонял Дазла, он не гонял крипов, понимаешь? Ну, он стоял один на один. Ну... Проблемки с ласт-хитом. Бывают такие люди, знаешь. Обратим внимание, кстати, на Вардик, который стоит. А, мы на него уже обращали внимание, сорян. Так, Миду Пайкатище еще имеет половину дабл дэмэджа. И, в принципе, если ему будет какой-нибудь плюс, он может ее дореализовать. Проблема у Кьюо, опять связка. Нет маны на рефракшн, скорее всего, это второй фраг для Пайката. Ну, а, да. Повершотик. И нет, совсем чуть не хватает. У него все равно как-никак накопится, либо он дождется. О, пришла кура. Ай-яй-яй, принесла пустой бот. Или, это был сапог. Пайкат провафлил куру. Все. Кьюо уворачивается. Пойдет ли делать тычку? Нет. Реакция неплохая. Это наш корейский мидер, понимаете, да? То есть, продолжая разговор, смотрим на... Ночь, наступает ночь. Да. Опять забирают обе руны. Ну, ждем экшена от Баланара. Я думаю, что внизу они все еще могут забрать Джакира в любой момент. Плюс, скорее всего, ему приехал какие-то дасты, будут выходить Ланаю. Так она агрессирует, что ли? Я не понимаю. Ну, они два ренжа, они стараются хоть как-то разминать внизу. Ну да, чтобы и не терпеть, да. и так далее. Да, если мы откроем сейчас графики, поймем, что есть преимущество в 1000 голды примерно у 4 кливеров или прикона, и, соответственно, 750 около того. Это все за счет мида. Это все за счет мида, разумеется. Пайкат. Какого-то экшен, да, там секси-бамбу наверху выделывается. Прокнул башек, кстати, но краша не последовало. Баланар перемещается в мид. Будет охотиться на Кьюо. Кьюо пошел стакать сэншент. И Кьюо понимает, Кьюо чувствует. Ну, это... очевидно. Внизу пропущен лайн. Дарксира оставили. Чардж вниз на Дарксира, его видят. Видят, что нету Баланара там. Кьюо здесь никак. Так, еще и Баланара, по-моему, запалили сейчас. Выход на мид. У Кьюо сейчас будет проблема. Нету даст. Проблема. Нет детекшена. Он просто прячется. И дальше повершот прямо Чардж туда. Чардж внизу. Думу забирает Никву. Башню сил. Тем временем на средней линии. Пайкату. Прожали манго. Все. Третий смерть для Кьюо. Ребята знают, как бороть корейцами. Кьюо там жарит еще как их. Ну там, I give you tango, if you give me mango. Если помним старые такие добрые ролики. Через мангусиков забирают, все хорошо. 2-1. Да. Пойду клеверов. Ну и вполне возможно, что сейчас будет какая-нибудь попытка сделать экшен на топе, потому что здесь ЕГМ. Ну просто, опять же, с Думом пытается развлекаться. Если бы сейчас Секси Бамбу подошел и что-нибудь хотя бы сделал, но... Этого не ожидается. Тем временем разбег минут на Пайката, он грамотно... Шаклёй-то откидывается? Шаклёй. 5. Баланар контролит нижнюю руну. Эх, Пайкатику, вы еще одну ДДшечку. А вот и она! Прекрасно. И с этой ДДшечкой, с фокус фаером, он сейчас может выйти вниз и устроить просто карнавал. Скорее всего, так. Джакира здесь уже погибает, я так думаю. Да, уже крестик на нем ставим, там полумесяц или любой знак любой другой религии, потому что вот... В топе пытаются забрать ЕГМа параллельно. Джакира погибает, ЕГМ кидает нельзя грейв, улетает отсюда. Бум! А что Думчанский? Думчанский 4 уровня, у него нету, соответственно... Все еще проблемы с деньгами. Да, все еще проблемы с деньгами, у него, соответственно, сапожек, он даже фазы не смог себе сделать, у него есть Thunderclap, у него есть аура. И это все, чем он может похвастаться вот к этому часу, скажем так. ВРК в миду 2-0-1, 32-6, у Пайката все хорошо. По всем линиям доминируют клевера, очень жирные герои, очень плотные линии. КС очень сильно ведут, я думаю, что графики тоже это показывают. Да, 2000 с лишним по деньгам и там по опыту тоже. На шестой минуте.
полторы тысячи. Для шестой муты преимущество довольно-таки неплохое, согласитесь. Да, корейцам надо будет, надо что-то делать. Надо ждать Дума, надо ждать ультипопы. Потому а что... вот выход еще раз. Еще раз на Кью. Сайленс. Тут же разбег от Баратрума пошел. Сейф, телепорт. Давайте, да, сейф ТП. Прилетел Джакира. Джакира играет без айспада. Человек огонь. Пустили. Дум находит Дазла. Может быть, он его убьет соло даже. Дазл Дума или Дум Дазла? Потому что... Ну, Дум может землю подрубить. Он понимает, что рядом с Лордар. Да, и что ему здесь не поздоровится. Лордар, правда, спринт всего лишь в один, так что... Ну, в случае чего, у него, опять же, в двоечку есть земля. Он может ее поражать и пойти гулять. Тем временем разбег куда у нас пошел? А разбег у нас на Саксу. Сакса, Сакса, Сакса разворачивается. Я думаю, что Дуба отсюда не уйдет уже никуда. Никуда он сюда не уйдет. Его даже и свяжут, и повяжут, и привяжут, и отвяжут. Пилинг спри пайка. Прекрасная работа. Ой-ой-ой. Корейцы не знают, что им делать. Этот Баратум не знает, куда себя деть, ни на одну линию не прийти. Слардар, Баланар, Дарксир, Виндранер, все... Да, и тем временем пайкачи еще палят спалили, стаки. Спалили Эншетов. Но им никак не забрать это. Единственное, что ну они почему могут... никак? Они могут доминировать все это время, да? То есть на протяжении, там, допустим, минут еще пяти, обосноваться плотно на миду, убивать героев MVP. На топе начинается замесу. Ну, Акаша, Соник Вэй по бамбу, бамбу останивается, прилетает сюда Дазл, сейвит. Прилетает пайкат. Акаша дайвит, Грейп! МП умирает. Вот Дубу, это сейвит. Дубу хочет добить, все, отменяет. Чуть и Дубу отменил, да. Чуть не ошибся. 5-1, и корейцы не могут ничего сделать. Дазл просто отыгрывает шикарно. Бурив пошел на базу. Вера даже не двигается. В самом линии Баланар Миди получает экспу. Ко второй ночи он уже будет, я думаю, седьмой. Есть Сайленс. Именно так. Временный Слардар, Секси Мабу, 1300 голды. То есть он сейчас будет себе просто копить до даггера и далее устраивать просто да, канал на карте. Да, и Никвы 600 до меки тоже. Что, тоже немаловажно. Будут давить. На верхней линии будут давить атакуют. И смогут сдавить довольно-таки быстро, потому что есть ВР-ка, с ней тауры пушатся легко и непринужденно. Пьё все очень плохо, 0-2, 30 крипов. До сих пор нету даже фейзов, в то время как у Пайката уже... Было же тоже что-то несет. Несет себе уже поинт бустер, делает Аганим первым артефактом. Корейцам никуда не выйти, потому что все герои очень быстрые, жирные. Они просто пытаются как-то фармить там. Или только за счет Sonic Wave будут делать какие-то выходы. Более того, преимущество растет с каждой минутой, да? То есть 4000 у нас уже имеется. У нас буквально минуту назад открывали было 2. Поэтому мы это тоже должны понимать. И Пайкатище, который уже готовит себе Аганим. Аганим... Хорошее решение, такое стандартное на ВР-ках, в текущей мете и так далее, да? Конечно, конечно. Против Фланаса будет Буксфайр, если Лепрекон нападает на Кью, Кушакл! И поехали, Кью! Рефракшн, он еще живет! Пайкат забоялся, он мог убить. Мог убить. Фейзы. На изичек мог убить. А тем временем внизу на Нику нападение от МПи, но здесь придут его сейвить, и в принципе можно даже будет развернуться, Секси Бамбу идет. Еще без блинка. А без блинка. Ну, я думаю, что ничего не будет. Конечно же. Ливера в своем позиции. А есть сейчас... А вот, только хотел сказать, они еще законтролят этих хэншотов у Лана, и совсем будет не выбраться из этого болота, в которое она попала. Ставит вард. Будут в корне пресекать попытки ее зафармить этих хэншотов. Какая шатля очередная! Через тележку. Это, разумеется, просто так. Подмять, подразмять, рефракшн подсбивать. А тем временем Слардарчик у нас что там делает? Чардж вниз на бамбу, посмотрим. Чем это кончится, он видит, этого не подозревает. Здесь Акаша есть Соник Вейв. Краш и со спины. И четвертый уровень. Летит кто-то сейвить. Ой-ой-ой-ой-ой. Никак. Баратрум не шестой, не прилетел Дазл уже здесь. Сейчас будет краш по двоим? Нет, не будет. Очень нагло себя ведет. Смотри, там ЕГМ, если что есть, он засейвит. И это не проблема будет для, соответственно, клеверов. Время, учитываем то, что Слардар у нас не умирал ни разу. У него уже 1600 голды. А он приближается к блинку все ближе и ближе, да? А тем временем разбег на Саксу. Да, есть Дум. Дазл только что прилетал вниз, никак не прилетит, не поможет. Пахнет но... вторым фрагом для Мики. Это под вардом. Под вардом, конечно. Отойдет но... Сакса, плюс там полкоманды с телепортами. Мека есть у Дарксира уже. Сложно будет корейцам кого-то забрать. У них единственный спел актуальный на какие-то киллы, это Sonic Wave. Да, тем временем Кью пытается зафармить те самые стаки, потому что понимает, что если он не сделает сейчас, его потом просто не дадут сделать. Его видят, но Пайкат хочет туда пойти очень сильно. Дубу находит, тем временем у нас. Будет ли его тормозить, будет ли Сайленс? Да, его затормозили, и Сайленс немножко не вовремя успевает он идти, но шаг, какая шаг, Пайкатыща! Атакуют. Какой красавчик. Будут забирать эншентов еще чужих. Конечно будут,
Кто им помешает? Начинается драка, сзади бамбу нападает на Клио. Здесь же Сакса, Клио убивает в секунду. Дум. Дум на Сакса? Ой-ой-ой, корейцы просто погнали. Нашли на кого давать Дум на самом деле, потому что секси бамбу. Соник Вейп убивает твоих на развороте. ЕГМ все еще. Парип отсюда уже не уйдет, скорее всего. Пропусти ты его. Да, вот Шакля. Пайкат. Еще тычка. Джаминейтинг. Идет ТХД сюда, но он не должен сюда идти, на самом деле, потому что сейчас клеверов, либо их можно зажать бутербродиком, но с другой стороны, смотрим на то, как качается Джакира, и понимаем, что до сих пор нету айспата. Нет контроля у этого саппорта. Queen of Pain просто на развороте развернулась, убила два героя, казалось бы, их уже доминируют. Двух одного. Реализовалась один, один килл ей достался, но в итоге, на самом деле. Ну да, да. Потому что у нее всего там один на карте, так... да. Идут забирать чужих хэншентов, и ребятам без Sonic Wave там вообще ничего не сделать. А на графиках все ровно, кстати, все еще 4000 преимущество клеверов. Сейчас будут хэншенты. Сейчас будет драка на хэншентах, потому что уже приходит сюда Райзен, там задувает. Нету Акаши, они просто будут харасить, и какой драки здесь, я думаю, да. Не будет. А если будет, то корейцы просто... Летает баратру, застревает в хэншентах. Те же Секси Бамбу, да, разбирается с Райзеном, никак не плохой. Ушот будет, будет ли? Пайка. Ой, куда же вы идете, корейцы? Они идут устраивать карнавал, на самом деле, потому что это уже... Это Ака уже убила бамбу, Пуратрум пробежал сквозь всех. Очередной шакл-шот, Пайка дабл-килл. Продолжается драка, не успел повесить грейв. Нико разгоняется, будет убегать отсюда. Дальше у Пайката проблемы. С другой стороны, гонят Саксу. Сакса пошел домой. Пусти, домой. Ливера погнали, разбежались во все стороны. Это минус 3. И минус 3. И буквально, да, через минуточку мы обновим графики и посмотрим, насколько серьезно эта драка изменила ситуацию на карте. Тем более, еще и Т1 достается команде очень много. MVP, да, очень много. Да. 2000 для, ну, на такой минуте за таких героев. Нельзя, непозволительная роскошь для клеверов. И все это из-за эншин, которые так не забрали. И счет уже 6-10, как бы он потихонечку... Ну, можно говорить о том, что MVP... Возвращаются в игру. Да, возвращаются в игру, это пахнет камбэком. Вопрос, а придут ли клевера опять за этих эншин ворот? Я думаю, что уже поздно, они далеко, только воскресли с лорда снизу. Бамбук, у него так и было 1300 после линии, и денег не прибавилось особо. Всего лишь 1700 у него сейчас. Тем временем надо отметить то, что у Кью имеется инвиз. Он может вместе с ним походить по вражеским лесам, даже зайти в скину, что-нибудь придумать такое. Этого тоже нельзя исключать. Умер от Энсентов! Ой! Господи ты, боже мой! Казалось бы, все так хорошо. А тут тем временем в смоках команда 4 клевера и лепрекон идут вниз. И там они будут трогать Квапу, которые даже не подозревают о том, что какой гэнг-бэнг просто сюда приходит. Сакса, она сразу же сайлинс. Она под амплифаем ее видит, получает И Тавр тоже будут забирать, я думаю. Да, просто пришли, собрались, сделали все как надо. А, есть у нас, соответственно, фокус файр, есть фокус файр на вайке. Байкат Викид Сик почти аганим. 7-0-2. Уже аганим, уже аганим. Да, а уже нет, аганим. Нет, еще тысячи. 7-0-2 у парня. Тем временем, кстати, если глянем на Нетворсов, да, там будет 7К. 7К Нетворсов. Башни сил света на нижней линии атакуют. И, кстати, не тратит фокус файра на Тауэр. Он не делает сооружения. Этого просто потому, что да, ему пригодится в драке. Он видит, что герои на топе, и вряд ли будут. Корейцы пытаются разменяться. Но им это удастся, лететь туда по одному. Все-таки, думаю, дождутся блинка с Лордаре. Конечно же, тем более, что там 1982, 3, 4 голды, поэтому все будет хорошо. Кьё пришел отомстил Эншин за то, что они его убили. Прекрасно. Разрушена. И ребята из клеверов направляются на мид. Далее, это Рошан. Да, это Рошан. Либо же... Нет, это Рошан все-таки. Да. На вопрос, пойдут ли туда... На самом деле, с фокус-файром и амплифаем он очень быстро упадет. Кьё, у которого был инвиз, я тебе об этом говорил, он все видит сейчас. Он сейчас будет палить Саксу. Увидит Саксу, поймет, что-то здесь не так, развернется и пытается уходить. Зачем он вышел из инвиза? Но Кливера спокойно даже добирает Рошана, в принципе. У них там еще и хоста имеется ниже. Смотри. Пайкат с аганимом забирает хосту. Кливера хотят подраться сейчас. Все фуловые, ничего особо не потратили на Рошана. Кто тут хочет подраться? MVP завалили весь чужой лес. Ну, примерно параллельно также сделали и Кливера. Башню сил тьмы на верхней линии. Продолжая разговор, кстати. Все видят чужой лес, но не видят свой. Вот именно. Об этом я хотел сказать. Причем при этом клевера, да? Если мы глянем на карту Вижена, ну-ка у нас что здесь, да. Клевера почти не видятся. Башню сил света на центральной линии. Атакуют. Все хорошо, у них здесь силы просто смотрю, один вард видит все, а второй не очень. Неважно. Забирают мидл тавер, потом, я думаю, пойдут в топ. MVP не собираются дефить. Баратрун только что получил шестой. Башня сил света на центральной линии разрушена.
Башню сил тьмы. А далее будет заруба здесь, потому что секси бомба вырывается, если бы пойдем, что разные будут проблемы, хотя, скорее всего, это просто разминчик. Развлекуха. Да, развлекуха. Байкак, фокус файр на тауэр. И форы. У него есть дум, в принципе, у него есть армор. Он армор может взять на башенку. Это же новые методы. МП из предпушит топ, почти забрал Т2, вынужден Саксу улететь. Я думаю, что МПП погонят. Погонят, скорее всего. Что им еще остается делать? Потому что взрывается тропа. Да, тут же влетает ЕГМ, а ЕГМ вынужден будет давать крест. Хорошая, хорошая шакля от Пайката, но там Соник Вей. И парень кстати, домой далее. Пайкат еще получает стан Баратрума. Ну и здесь его, опять же, никто не будет опускать, хотя у него есть Аегис. И если есть у него клеверов, он может для разворота, ее надо использовать, потому что секси мобу врывается, там же стенка. Тяжечка. И все хорошо. И даже Аегис еще пока что. Продолжается драка, пришел Пайкат, да. У него хоста, у него Аегис. МВП потратили все, Пайкат, Монстер Килл продолжают гнать. Он не пришел, за ним гнались, и его ребята просто пошли в спину. Шак, куда же так? Шакля в Райзена. Это good luck. Для Пайката еще и, может быть, догонит МП, скорее всего. МП могут догнать, потому что 5 секунд до блинка. У него 2 секунды до блинка. Обновил Amplify, будут ее видеть, догонит или нет, вряд ли догонит Слардары. Догнать не стоит, но переместиться на верхнюю линию стоит просто для того, чтобы забрать Тауэр. Один к золоту МВП получили за эту драку. Именно так. Один к золоту. Один золото. Смотрим на графики и понимаем, куда они идут вообще. Все еще гонишься за МП. Бамбу продолжает обновлять на нем Амплифай, вот чтобы же... видеть. Да. Все. Не была ли это ошибка? Да нет. Думаю, что справится. Пайкат! Прекрасная работа. Как опять же он жарит с утра пораньше. Он встал, проснулся такой, так, кто у нас тут корейцы? Первый, поехали. На них, кстати, был разбег, его отменили. А, что я хотел еще отметить? По того рамковая ситуация, да? У нас стоят все Т2 на карте. И один Т1 находится внизу у ребят из 4 клеверов или прикона. Трава по товарам ровненько, но вот по деньгам совсем... А, и один, да, Т1 у Рейдинга на топе. Около 6 тысяч идут. Игра идут дальше, по топу. 6 тысяч на данной стадии игры. С одной стороны, в принципе, неплохое преимущество. С другой стороны, его можно отыграть за пару драк. Да, за пару драк. Согласен. У Кью появляется блинк дагер. Дальше у Райзена есть урна. У Пайкатища есть блинк. У Никва есть блинк. У Секси Бамбу, ну, понятное дело, он тоже имеется. Поэтому, ну, айтем бриф у нас довольно-таки забавный. Владимир делает себе Думчанский. Ну и, в принципе, далее все хорошо. Из ключевых у Дарксира появился блинк. И у Ланай появился блинк. Ну, как бы да, я об этом сказал. Неважно. А, продолжая разговор, смотрим на Тауэр наверху. Где 4 клевера или прикол. Они стараются дождь драки, там Аегис, они просто сплитпушат. Выбирают тоже Т1 снизу. Не успеют. Если клевера захотят подраться, скорее всего, они просто пойдут на У них виндранер, я думаю, что у них два варианта. Либо они будут дефить, либо пойдут заберут Т2 с веркой. На самом деле, они довольно быстро это сделают. Да, гораздо вот проще. Вот тут Джакир уже 10 левел, за последнюю драку очень поднялся. Левел, транквил, урна, все у него хорошо. Башню сил света летят, на верхней линии клевера. Атакуют. Да, будут драться, будут дефиться. На Т2 уже пришли секси бамбу. Тут же Пайкатича и давай. Видит Кью на руне, есть вард. Нижней линии атакуют. Знают, что он забирает эншентов. Бамбу прыгает, но не туда. Шля будет ли? Нет, не нету маны. Но он все равно будет гнать. Ой, какой корейцы в хорошей позиции, с хайграунда могут сейчас раскастоваться. Успевают сбить чардж, он застревает на горе. На горе? Так на горе можно его и убить. В принципе, через 4 секунды будет чардж, ну а еще на рестрайк был. Кью пытался улететь, сбили телепорт, догнали его тоже. Все, это даже не уже имеет доминик. Бегут во все стороны. Все хорошо, просто прекрасно. 8-18. Кливера. Преимущество по золоту. Около 7 тысяч сейчас будет, скорее всего, и по опыту там же в районе пятерки. Не очень много дают, на самом деле, за героев, потому что довольно-таки большое преимущество все равно по левелам. Если заберут Пайката, то могут сразу по левелу там все герои получить, как за Рошаны. Ну да. 10-0-6 у парня. Стрик 10-0-6. Готовый блин, скорее всего, будет делать дальше доедалу. С Лантаром это очень больно. У него там как бы власть, которая... Его чарджит, кончился Аегис. Но тем временем 2 секунды до блинка. Если он сейчас запалит... Рядом ЕГМ. Ой-ой-ой, и шаклята какая хорошая влетает! У МП будет проблем с здоровьем, влекает... Рядом Дазл. Дазл поможет, если что. МП. Будет ли пауэршот? Мимо. Мимо. Дубу далее. Здесь есть и Думчанский, который может, в принципе, ЕГМ сейчас играть зашли, очень... Зашли в спину МВП, пытаются забрать Пайката. И заберут Пайката! Да. Это будет стрик. Нет, смотри, как... Борется Пайкат, разворачивается, убивает Баратрума! На Вендранчике-то! Баратрумчика-то! Все еще живет! Уже умерло трое за Пайката. Очень хотят этот стрик! Дум! Никого телепортируется, не подпускает Дума туда. Дум пытается убить хоть кого-то. Господи, Пайкат мансит!
И Думчанский отлетает в таверну тоже. Минус, туда же. Минус 4. Минус 4 в очередной раз. Убить эту ВР-ку всей командой. 8-22. 4 клевера и лепрекон. Что они творят на этой карте? Я не могу понять. Это вот... С самого утра, знаешь, обычно бывает такое, ты приходишь на лан такой с утра, типа, ну да, все мы такие сонные, сейчас еще пока команды разыграются, кофейку попьют туда-сюда, туда-сюда, здесь такой экшен тебе, бабах, с самого утра. Пайкат на мужика все равно оставался буквально на ласт-хите, ЕГМ всю драку бегал за ним, пытался его спасти. И, между прочим, там... спас. Ну да. В итоге на развороте там на 100 хп просто за фокус файр уничтожил дубу. Еще неплохой контроль территории от Дарксира, в принципе, от остальных ребят, да? Там. Графики переваливают за десятку. На нижней линии. Ну, как от этого, как из этого камбэчик, понимаешь? То есть, где здесь у нас есть геймченджеры, да, так называемые ребята, которые могут перевернуть игру. Но, в принципе, хорошая комбинация всех персонажей MVP может выиграть драку, теоретически. Не только теоретически. Ну, не, ничего, не все потеряно для корейцев, все-таки, ну, есть Doom. Все-таки у нас 6.85, текущий патч. Но ребята из клеверов, ну как бы секс имущий далеко. Есть гем на Баланаре, в смоке заходит чужой лес, будут чистить карту, пытаются кого-то найти, но никого-то, наверное, не найдут. Да и карта чистая, в принципе. Пойдут на Т2 вниз. Orchid Malevolence появляется у Квапы. Очень поздний. Очень поздний. Для ее линии. 24-я минута, конечно же, поздний. Атар сделает БКБ, Гвардиан Грис готова у Дарксира. У МВП особо не прибавится ничего. Знаешь, если чисто теоретически, на самом деле, у нас есть вероятность того, что команды чуть-чуть будут понимать русский язык, давай просто этому будем так, знаешь, F5 нажимать, так, оп, выехало, заехало. Но то вдруг там кривые фразы типа Дарксир там и поэтому называем. Ну, я думаю, что между Меккой и Гвардиан Грифсом особо в драке никакой разницы не почувствуют они. Ну да. Между первой и второй. Тем временем будет атака от клеверов. Идут забирать Т2, корейцы разбегаются по всем линиям, будут предпушить. Предварительно уже ЕГМ завардил все подходы сюда, никак не будут дети. Силы света укрепились. Фаер на вышку, есть огоним, то есть через 8 секунд уже будет подкате. И что делают у нас ребятки из MVP? Они просто идут в чужой лес. Зачем? Просто фармят, постараются максимально забрать денег, пока команда клеверов потерял снизу. Пойдут ли они хайграунд? Их зажмут сейчас просто на своей же базе, потому что подрежут ТВР. Они один тавр уже подрезали, сейчас еще два. Бамбу нападает на дубу. МП как будто не видит. Бегает дуба отсюда. Сделать тп-аут, здесь может быть краш. Бамбу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не вышло. Что ж, графики не страшно. 7.5. Графики более-менее ровно держатся, потому что нету никаких врагов. Они забрали все это время всего лишь Т2. Ребята фармили всю карту. Сейчас уже появится дезолятор у него. Но это как минимум до следующего Рошана. Как минимум. Минимум, но недолго ждать осталось. Вернее, нет, как максимум. А хайграунд все равно будет сложно заходить с клевером. Поэтому я думаю, что они особо спешить не будут. Дождутся доедалов какой-то. Может быть, может быть. С другой стороны, главное поймать тот самый момент, когда ты подфармливаешь, вроде имеешь преимущество, а потом враги твои вносят все, что им надо, и тебе просто говорят: привет, здравствуй, нафармил, а мы камбэчим. Не очень повезло с таймером. Да, бомбу остается ждать просто. Придется фармить. Зимовать. Давай пробежимся быстренько по айтемам, которые есть у ребят. Отметим появление заряда Рокио. Отметим также готовящийся, я так понимаю, Ю. Айтемы, давай не будем это. Да. Мы будем пройдемся, да. Мы просто пройдемся, мы их покажем. Просто опять нажмем. Хорошо. Вот так вот. Сакси остался совсем немножко на аганима. После этого вообще очень сложно будет корейцам выходить куда-либо на линии. Vision, немножко, Vision, а он уже к нему летит. Vision уже летит. Он уже летит готовенький, да, вот он. Vision весь разбит, они ничего не видят. Тебе мне не верю. Вопрос, будет ли там драка? Драка? Да, на... Но это я навсегда. На синем камне. Пайкат, если что, есть дымок? Конечно же, есть. У Форова, кстати. Ну, вот я смотрю на это, ребята из MVP, и...
Кто может реально драться здесь? Ну, окей, Ланай может. Они дохленькие, да, и особо никаких айтемов нету, ну, то есть знаю, что, ни Еулов, ни БКБшек, ничего. Камбэчи тут можно просто на каком-то безумном личном скилле, допустим, да? Они просто сплитпушат, фармят, хотят каких-то айтемов вывести и надеяться на ошибку противника, но сейчас я не знаю, как они будут. Просто зайдет Пайкат с Аегисом на хайграунд, будет ломать фазу, и его никак не напасть. Да, мне уже кажется, что это карта. Нажимаете дроп, и они решили не пушить. Они знают, что корейцы сплитпушат и пытаются их как-то перехватить сейчас. Они сейчас их перехватят, выбьют из них еще потом и байбеки, и потом окончательно положат домой, потому что врывается. Отлично. Дальше, думаю, будут проблемы, потому что его... А, нет, он разбегается, пытается уйти, и на него урну вроде как повесили, и Сакса дальше забирает килл, дальше темплайл... Ой, у Найки были проблемы. Она ушла. Великий Ю пытается поймать кого-то еще. Джагира уходит на ТП, нашли Акашу. Акаша ушла. Пайкатище, а Пайкатище просто продолжает идти по миду, потому что... А что ему сейчас стоит делать? У нас есть Тауэр. Т2. Может, пойдут еще на хайграунд, почти готовы для Даллас. Это очень больно. Тауэр просажен наполовину уже, понимаешь, да? То есть подойти сейчас в эрке, дать пару-тройку тычек, и все, Тауэра нету. Пока Тауэра нету. Единственный, кто может наносить дэмэдж в драке, это QO, но против эрки ему совсем не вариант. Она выбивает ему ретракшн за секунду. Тем более, что есть огромное количество контроля. Бамбу нашел МП. Данном плита, я думаю, что сейчас какой-нибудь баланар. Да нет, он будет делать блинкауты, в принципе. У да. нее кулдаун, телепорт, она висела стопа. Ребята, я думаю, пойдет пушить. Да? Атакуют. Ибо у них позиционка сейчас гораздо более выгодная. 25 секунд, она не успеет вернуться. И крипы под амплифаем крутят одной пачкой. Все, Байкат должен нажимать сейчас фокус файр. Лежит на крапира, я думаю, все равно зайдут за этой катапультой. Вот он, фокус файр на вышку. И далее ждем врыва от ребят из MVP, потому что они должны камбэчить. Секси бамбу. Просто, секунд, да, он просто раскидывает амплифай, неважно. Будет ли драка или отдадут мид? Скорее всего, просто будут отдавать мид, потому что выхода у них никакого нету. Либо просто, ну, не знаю, на эмоциях сыграют. В двоечку всего айспад, как-то контролировать все это дело, передвижение ребят из клеверов, а ребята из MP не могут, потому что... MP только что вернулся на базу, откуда он телепорт, полечился, возможно, сейчас будут принимать драку. Да, принимают, но Секси Бамбу уже сам зашел, дал краш, у Дубу проблемы, у него еще стеночка. Пайкат уничтожает Дубу. Да, нету его. Дальше стяжка, стеночка. И поехали, понеслась. По всем дыхательным, пихательным у Райзена будут проблемы. Потому что на него прямо сейчас готов влетать Бамбу, или не готов влетать Бамбу, потому что это самая выгодная для него сейчас цель. Сейчас. Либо на него, либо на Кью. Пайкат прыгает, получает Думчанский. У него Аегис. Дум в Аегис не лучшая идея. Я думаю, надо просто переждать Дум. Абсолютно. Временем БКБ у бамбушкина его еще не подрубал, влетает на краш и начинает раскидывать Кью, Кью нету. И не будет бараков на миду. Секунду убивают Кью, Пайкат не боится, байбек. Байбек, сразу ТП ин и должен быть готов бамбу. Сейчас будет драка, если еще раз убьют Кью, то можно писать заветные две буквы. МП ушел, будет ли повышать? Разбег от Доду. Проблема у ЕГМа, тут же Сакса получает довольно большое количество дэмэджа, будет жить, да, на него есть крест. Дубу будут цеплять. Значит, ответ, там бамбу, бамбу жрется под Т4. Все уже, Фонтан Гейминг, ребята, Каша. Как же она больно пуливает с Индаусом. Дуба опять разбегается в Пайката, там у него Соник Вэй хороший. У Никвы также проблема, но он не догорит. Он не должен догорать здесь. Крест если отдаст, если что. Далее стоит Пайкат, раскладывает дальше лица. МП должен уходить отсюда. Еще байбек. Еще байбек. Еще байбек. Насколько байбеков уже ребята развели? Вся эта беготня в итоге заканчивается тем, что ничего не сломали. Развели только на байбеке. Да, но нет, сломали Т3 как минимум, да, сторона стоит, бараки стоят и все такое, но байбеков нету, смотри. Оба барака по ХП, а в итоге они разворачиваются, прыгают в МП, убивают его дальше, погнали, стяжка, шакл, Рейзена убивают, Дубу после байбека тоже, скорее всего, заберут. Все, прекрасно. Это минус 5, и мы ждем заветные две буквы от команды MVP Phoenix. Казармы сил света на центральной. Три героя с байбека будут очень долго воскрешаться, скорее всего, заберут две линии. Как минимум, топ не могут сломать, там все еще стоит Т2. Или они хотят прямо на всех картах играть прям до полного конца. Это было три противостояния у ребят. Да, ГГ. И это ГГ. GG. Ну что ж, ребята, аплодисменты команде 4 клевера и Лепрекон. Выходит вперед в этой серии, ребята. 1-0, соответственно, я так понимаю, что время для нас пришло передать слово нашей замечательной студии аналитики. Как раз таки сейчас у нас будет финальная табличечка, и они с вами поговорят и проанализируют все то, что было там. А 17-0-10 Пайкат закончил. 17-0-10 Пайкат, представляете? Это что это? И это только начало. И у нас еще впереди карты.